Всем большой привет! Вы на канале Интересный Дей, с вами я, Ира, сегодня у меня новое видео. Кстати, ребята, сори, что я так давно не снимала, просто учеба. Итак, поздравляю вас всех с началом летних каникул. Ребят, поставьте лайк, кто закончил этот учебный год на отлично или же на хорошо. Например, я закончила на отлично, у меня все пятерки. Я так рада, что я закончила 5-й класс. Я, можно сказать, перехожу на 6-ю ступень, перехожу в 6-й класс. Кстати, сейчас я собираюсь гулять. Я буду гулять не одна, с подругой. Также я буду кататься на пениборде. Я вам все покажу. До выхода мне еще остается целых полчаса. За это время я успею одеться, собраться, накраситься. То есть я могу вообще не торопиться. Жиза. Кстати, так как скоро к нам придет лето, летние каникулы, 1 июня, я нарисовала летний плакат буквально вчера. Я очень люблю рисовать плакаты на разные сезоны, и лето тоже не исключение. Вот такой крутой летний плакат, рисовала я его акварелью и цветными карандашами. Я его повешу прям в первый день лета. Ух, ребята, я вам сейчас только наговорила, я боюсь, сейчас даже не успею собраться. Ладно, я пошла. Вот такой у меня лук на сегодняшнюю прогулку. Я оделась и уже накрасилась, а также переплелась. А сейчас давайте вместе соберем бананку. У меня есть две бананки. Первая — это вот такая с ромашками, голубая. В ней один отдел. А есть еще вот такая черная, здесь целых три. Вот, с другой стороны тоже. Я хочу пойти с ней. Туда я положу телефон, также я положу единичку, салфетки обязательно и ключи. А вот и ключи, на них вот такой брелок розовый, бабочка. Кладем их тоже в бананку. Остается положить телефон, обуться, и я готова. Ребята, мы уже вышли, я катаюсь. Соня. Я еще, короче, подстриглась.